кошки круче, чем собаки. Собаки круче, чем кошки. Скажите же, собаки круче, чем кошки. Собаки умеют лаять, а кошки нет. Зато кошки умеют мурчать. Собаки – это лучший друг человека, и это всем известно, и собачники явно более общительные, чем кошатники. Зато кошки более независимые, и их хозяева вообще-то тоже. Есть куча примеров, когда собаки спасали жизнь человеку. Зато кошки и коты, скажите, вообще-то сами умываются, в отличие от ваших супер умных собак. Вот что точно известно, то что собаки намного преданнее человеку. Зато кошки намного элегантнее и грациознее. Любители собак намного энергичнее и много времени проводят на свежем воздухе. Зато кошатники могут сидеть дома одни сколько угодно, и им не нужна постоянная компания. Это не аргумент. У собак самый лучший нюх, а кошки лучше видят в темноте. Зачем? Зачем им видеть в темноте? Между прочим, собаки могут охранять дом. Зато вообще-то кошки могут, в отличие от собачек, ловить мышей. В доме очень много мышей. В отличие от кошек, собаки могут выполнять команды. Фе, кошки не созданы, чтобы слушать чьи-то команды, они же не рабы. Зато выбор пород у собак намного разнообразнее, чем у кошек. Зато кошки могут жить даже в самых маленьких квартирках, благодаря своему размеру. Некоторые собаки, между прочим, тоже. Зато собаки умнее, чем кошки, и это доказано учеными. Какими? Британскими? А вот кошки обходятся в содержании гораздо дешевле, чем собаки. Купи то, купи сё, купи пятое, десятое. И да, кстати, к этому вопросу кошек не нужно выгуливать. Зато собаки и их хозяева, они более позитивные. А кошки и кошатники занудные. Зато кошки мягкие, легкие и пушистые. И с ними очень классно обниматься. Кошки тихо мяукают, а собаки громко лают. Да ладно, собак можно приучить не лаять просто так. А кошки зато вообще лаять не умеют. Кстати, не надо насчет громкости. У моего друга кот так орал. А у кошек зато есть красивые и длинные усы. Зато с собакой играть гораздо интереснее, чем кошки, правда ведь? Зато кошки... Кошки... Да у тебя даже кошек нет, это же просто мягкие игрушки. Просто они не любят компанию собак и предпочитают остаться дома. Маленькие собаки — это вообще не собаки даже. Что? Что?